Самый наболевший наш вопрос – это ремонт Дворца культуры Курчатова. Нам удалось в этом году провести ремонтные работы в Дворце культуры на хорошую сумму, только за счет средств Росатома. Мы отремонтировали первый этаж, помещение, которое третьего этажа, малый зал на сумму более 2,5 миллионов рублей. Плюс еще ДК Курчатова вложил туда свои внебюджетные средства. И, как вы видите, обновился и фасад, в принципе, и фойе. Ну, то есть люди сами загорелись, и малый зал они отремонтировали, тоже за счет собственных средств. Огромное спасибо, конечно, организациям, которые тоже оказывали благотворительную помощь. Так, допустим, Полесье нам предоставил более 300 тысяч рублей, за счет которых было приобретено напольное покрытие, большой хореографический зал.